Ополченцы Луганска поставили Киеву ультиматум до 29 апреля. Как сообщает Нира Аксакал со ссылкой на сайт 064.com.ua, ополченцы Луганска обещают перейти к активным действиям, если украинские власти не выполнят их требования. Сторонники федерализации в Луганске дали самопровозглашенным властям в Киеве время до 14:00 по местному времени до 29 апреля на выполнение народных требований. Митингующие в Луганске объявили о создании Луганской Народной Республики. В ходе акции был зачитан соответствующий документ.